Подібну акцію провели і в Лисичанську. Там зібралося з півсотні працівників шахт та освітяни. О 10-й ранку люди з плакатами та прапорами перекрили перехрестя вулиць Першотравнева та генерала Потапенка. Вимагали переглянути новий законопроєкт про працю. Дана акція визвана тим, що без согласування з профсоюзами, без согласування с подписантами социального диалога. Правительством был подан в Верховную Раду закон о труде, который вмещает в себя только 98 статей, что позволяет Верховной Раде принять этот закон в ускоренном порядке. В этом законе работодатель всегда прав. Что теперь можно увольнять без всякого согласования. И даже работник, не объясняя работнику причины увольнения. Это рабский закон.